Всем привет, с вами Роман Раскольников. Мы играем в Mass Effect, и сегодня будем проходить побочный квест под названием «Я помню себя». Для этого надо быть колонистом, то есть нужно было вырасти в колонии. То есть при создании персонажа надо было выбрать в строке биографии «Колонист». А иначе этот квест никак не получить. Представители Экзогени заявили, что закрывают исследовательскую. В общем-то, я вот после выполнения своих дел вернулся в Цитадель. И вот сейчас, собственно, получу сигнал. По рации. Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными. Отыгрывать будем жестокого военного. Третий возможный вариант. Так, давайте, собственно, получим капитан сигнал. Шепард, извините за беспокойство. С вами говорит лейтенант Джерар. Я внизу, в стыковочном шлюзе. Здесь девушка. Она была в плену у батарианских работорговцев. Ее освободили пару недель назад. Она с Мендуара. Думаю, ее захватили во время нападения на ваш город. Тогда погибла моя семья. Вы хотите сказать, что ее захватили батарианцы, которые убили моих родителей? Да, сэр. Извините, сэр. Она как-то вырвалась. Стащила ствол у одного из моих ребят. Закрылась в стыковочном шлюзе. Она говорит, что хочет умереть. Надеюсь, вы поговорите с ней. Прошло много времени, но вы ведь прошли через одно и то же. Я подумал, вы могли бы ее вразумить. Да пусть застрелится, если хочет. Лейтенант, если она хочет умереть, пусть умрет. Это ее выбор. Я понял вас, капитан. Попробуем сами ее отговорить. Извините, что побеспокоил. Да ладно, вы с этим не справитесь, это уж точно. Придется вам помочь. Что бы вы делали без меня? Такое обычное задание не можете выполнить. Срочные новости. Председатель Бёрнс, Спектр просите. Парламентского подкомитета по изучению, а у вас дротиков никаких разве нет? Экстремистами-биотиками. Биотики. Живете вроде как в будущем. Уже сейчас есть всякие ружья с дротиками. Можно ружье с дротиком, с транквилизатором взять и выстрелить. Так. Капитан, рад вас видеть. Где она? Просто скажите, где она, лейтенант? За теми контейнерами. Снайпер на позиции, но не думаю, что он понадобится. Она не представляет угрозы ни для кого, кроме себя. У меня есть для нее успокоительное. Но мы не можем к ней подобраться. Чем ближе мы подходим, тем больше она злится. Да, это мне. Так или иначе, она выйдет оттуда. Не давите на нее слишком. Если она захочет спустить курок, отойдите. Или уйдите совсем. Я бы предпочел дождаться, пока она выйдет сама. Удачи, капитан. Хорошо, сейчас разберусь. Плевое дело. Стойте! Ой. Что вы? Кто вы? Опусти оружие. Во-первых, не направляй это на меня. Во-вторых, я капитан Шепард. Вооруженные силы Альянса Систем. Кто ты такая? У животных нет имен. Хозяева поставили на ней символы. Раскаленным железом на спине. Она кричала, когда хозяева делали это. Вспоминай. Ты не животное, а твои родители. Как они тебя называли? Ты их помнишь? Она помнит много вещей. Талита. Так ее назвали. А остальное она не помнит. Оставьте ее в покое. Так, подойди к ней на шаг. Я сейчас подойду к тебе на шаг. Хорошо?
Хорошо, хорошо. Успокойся. Я отойду немного назад. Она никогда не забудет. Она никогда не будет нормальной. Отключите ее. Искра в затылок. Ладно, бывай. Я ухожу. Вы позволите ей умереть? Пожалуйста. Пожалуйста, дайте ей это сделать. Она не... Сумасшедшая какая-то. Машет оружием. Ну ее нафиг. Еще выстрелит меня случайно. Как дела, капитан? Пристрелите ее. Ничего не помогает. Вам придется убрать ее, пока из-за нее не пострадал кто-нибудь еще. Я думаю, в этом нет необходимости, капитан. Она не представляет угрозы ни для кого, кроме себя. Пристрели ее, это приказ. Не вам решать, лейтенант. Я хочу, чтобы стыковочный шлюз был освобожден в течение минуты. Вам все ясно? Но... Есть, капитан. Я разберусь с ней. Так, давай снять, как поговорим. Я действительно не хотел этого. Вот еще один способ прохождения данного квеста. А на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.